ФБР США узнали, что радикалы планируют провести вооруженные протесты в столицах всех американских штатов. Сделать это они могут в период с 16 по 20 января. Также могут вновь начаться беспорядки у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января. С информацией ознакомились в ABC. Возможно, протесты готовят ультраправые активисты. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала Министерство внутренних дел страны отозвать все разрешения на проведение массовых собраний в городе до 24 января. По ее словам, нужно сделать это на фоне подготовки к церемонии инаугурации президента США. Также Боузер призвала добиться включения территории Капитолия в зону действия спецмероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности.